Нічого собі. Вашу маму і там, і тут передають. До чого техніка дійшла? Я ж говорила, що просто не можу жити без нашого простоквашого. Вчера похороны были, вот оттуда скоммуниздили, а сегодня строите из себя, прибедняетесь. Пальма моя любимая, я ее продавать не собираюсь. Я ее поставила так для красоты, потому как зеленое-то на белом лучше смотрится. А семечки? А. Семечки купили в магазине и продаете? А, или нет, сами вырастили? Да. Вот он, свободный рынок. Народ грабят! Купила, перепродает. Купила, перепродает. Вон, собрала все, как барахло из дому. Дома молозивым, кислым пахнет. Да. У людей злится, молоками плюет. Точно.